Всем привет, вы на канале Час Ремонта. Сегодня на обзоре аккумуляторная дрель-шуруповерт Zuber DSHL-121. В описании под видео оставлю подборку на магазины с лучшими ценами и полными характеристиками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый ролик, а также активируйте колокольчик для уведомлений. Буду рад вашим лайкам и комментариям. Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для сверления отверстий в различных материалах при установке сверла, а также для монтажа-демонтажа резьбовых соединений при установке соответствующих бит и головок. Комплектация. Дрель-шуруповерт. Аккумулятор. Быстрозарядное устройство. Бита 50 мм. Двигатель щеточный обеспечит до 1300 оборотов в минуту с крутящим 20-ступенчатым моментом в 25 ньютон-метров. Быстрозажимный патрон позволит быстро установить и изъять сверло диаметром от 0,8 до 10 мм. Если не превышать диаметр максимального сверления по дереву не более 21 мм, по металлу 10 мм, тогда устройство прослужит вам очень долгий срок и ни разу не подведет. Зарядное устройство в комплекте является быстрозарядным, то есть полностью заряжает батарею в течение 1 часа. О работе зарядного устройства и процессе заряда батареи свидетельствуют индикаторы. Изделие снабжено блокировкой шпинделя, которая фиксирует патрон от поворачивания, когда изделие не включено. Это позволит вам производить замену инструмента в патроне одной рукой и докручивать крепежные изделия. Для подсветки рабочей зоны на изделии установлен светодиод. Он загорается автоматически при нажатии на клавишу включения. При необходимости вы сможете закрепить биту на встроенном магнитном битодержателе. Для этого прислоните ее к корпусу в указанном месте, она будет удерживаться магнитной силой. Работает от литий-ионного аккумулятора с емкостью в 1,3 ампера в час и напряжением в 12 вольт. С целью предотвращения повреждения аккумуляторной батареи от глубокого разряда в изделии установлена защита от чрезмерного падения напряжения. Поэтому во время работы с повышенной нагрузкой при достаточно разряженной батарее возможно отключение двигателя и остановка инструмента. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, и сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Нагрев зарядного устройства. Широкая ручка для хвата. Неприятный запах от пластика и кейса. Магнитный держатель бит не силен. 1,3 мАч в час слабовато. Теперь перейдем к положительным. Компактный. Два аккумулятора. Довольно быстрая зарядка. В наличии кейс. Есть подсветка и индикатор заряда батареи. Аккумулятор в ручке. Отдельное зарядное устройство. Затяжка биты в патроне. Прорезиненная ручка. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Лайки и комментарии приветствуются. До скорой встречи на канале Час Ремонта.